Перед началом данного ролика хочу сказать, что все, что в нем присутствует, это сугубо мое мнение. Я никого ему не навязываю. Вы вправе носить то, что вы хотите. Всем привет, ребята! С вами снова я, Анастасия Лавандер. И сегодня я снимаю «Мои стильные нет». Уже многие блогеры сняли такое видео, и я подумала, чем я хуже. И решила снять такое видео для вас. Ну ладно, не буду тянуть резину. Поехали! Итак, первое, что я никогда не одену, сейчас вы будете шокированы. Перчатки на ноги. Вот тут вы видите сейчас эту картинку, и, по-моему, это выглядит дико, собственно. Когда человек идет по улице в перчатках, Второе мое стильное нет, это ботинки в виде голых ног. Ну блин, ну люди, что вам на голову упало, когда вы вот это вот создавали? По-моему, это не сколько дико, это сколько странно. Не знаю, я бы такое в жизни не надела. Третье, что я никогда не одену, это рубашка. Думаю, многие из вас ее носят, поскольку она легенькая, она удобная. Она, я не знаю, занимает мало места. Она под все подходит. Но это вот вообще никак не про меня. Просто ее не переношу. Четвертое мое стильное это много-много колец, украшений. Когда оно все блестящее. Стиль у таких людей называется просто вырви глаз. И это ужасно. Пятое мое стильное нет, это джинсы клёш. Возможно, они красивые, но уж никак не для 21 века. Шестое мое стильное нет, это кроксы. Многие говорят, что они удобные, но для меня это вообще никак. Лично, когда я покупала кроксы, они мне очень сильно натирали. Это была просто адская боль. Поэтому сейчас они занесены, собственно, в мой черный список. Седьмое мое стильное нет – это джинсовые шорты. Против обычных джинсовых шортов я ничего против не имею. Но извините, когда они выглядят как стринги, это уже перебор. Восьмое мое сильное нет, это то, что я вообще просто ненавижу, когда лосины носят под майку, которая там, извините, все не прикрывает. И когда ты видишь человека, идущего по улице, вот прям честно, хочется вот так крикнуть, фу, отстой. Ну, мы такой дурные люди, мы так не делаем. Мы просто делаем так. Девятое мое сильное нет, это пирсинг. Особенно мне не нравится, когда пирсинг в языке. Ну вот честно, люди, я не понимаю, зачем вы за свои же деньги уродуете сами себя. Десятое сильное нет, это туфли-лодочки. Не знаю, меня они ассоциируются с какой-то злой учительницей. Одиннадцатое мое сильное нет, это чокеры. Было время, там в 2015-2016 году, их носили абсолютно все, я в том числе. Но чуть позже, когда я узнала о их происхождении, у меня мысли о том, что они вообще могут на мне как-то сидеть, улетучились. 12-е мое стильное нет, это туфли с квадратным носком. Не знаю, по-моему, они ужасно смотрятся на ногах, как два гроба. И последнее, 13-е стильное нет, это браслет-резинка. Вот он. Почему я не люблю такие браслеты-резинки? Очень давно, они мне нравились. Но когда я их купила, я надела на волосы, половина волос у меня просто выдернулась вместе с этой резинкой, когда я снимала свой хвостик. Поэтому сейчас отменяйте резинку, полезный дизлайк. Ну что ж, ребята, а на этом у меня все.
Надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы поставите под ним пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Ну, с вами была ваша Анастасия Лавовна. Пока!